Хай, привет всем! Сегодня мы посетили очень интересное и красивое место. Оно известно тем, что там снимали фильм «Бриллиант в руках». Самый смешной эпизод с рыбалкой. Давайте посмотрим интересные фото. Песня про зайцев. В темно-синем лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва, на поляне траву зайцы в полночь косили и при этом напевали странные слова. А нам все равно, а нам все равно, пусть боимся мы волка и сову. Дело есть у нас в самый жуткий час, мы волшебную косим трын-траву. А дубы-колдуны что-то шепчут в тумане, у поганых болот чьи-то тени встают. Косят зайцы траву, трын-траву на поляне, и от страха все быстрее песенку поют. А нам все равно, а нам все равно, пусть боимся мы волка и сову. Дело есть у нас в самый жуткий час, мы волшебную косим трын-траву. А нам все равно, а нам все равно, твердо верим мы в древнюю молву. Храбрым станет тот, кто три раза в год в самый жуткий час косит трын-траву. А нам все равно, а нам все равно, станем мы храбрей и отважнее льва. Устоим хоть раз в самый жуткий час, все напасти нам будут трын-трава. А нам все равно, твердо верим мы в древнюю молву. Храбрым станет тот, кто три раза в год в самый жуткий час косит трын-траву.